многие приходят в профессию, исходя из романтического представления о ней. Но столкнувшись здесь с человеческим горем, с кровью, с тяжелым трудом, некоторые уходят. И я думаю, что люди, которые работают в министерстве, настоящие спасатели, пожарные, психологи, это те люди, которые сохранили в себе этот романтизм на протяжении всей своей службы. Одним из главных качеств молодого человека, который приходит на нашу работу, это умение мыслить нестандартно. Потому что и чрезвычайная ситуация, и пожар – это всегда другой характер, другие условия. Мы готовимся к одним событиям, происходят другие. Конечно же, важна физическая подготовка. Очень важна стрессоустойчивость. Ну а что касается количества и масштабов чрезвычайных ситуаций, то по оценкам Российской академии наук, за 30-35 лет количество чрезвычайных ситуаций увеличилось более чем в 4 раза, а ущерб от них в 6 раз. Я по-другому, абсолютно по-другому посмотрел на стихию. Огонь и вода – вот наши два врага, с которыми мы боремся. К сожалению, человечество еще не научилось управлять стихийными бедствиями, но бороться с ними мы обязаны. К сожалению, работа у нас останется.